По Clash Royale я нахожусь на основном аккаунте, и сегодня я обнаружил в магазине у меня легендарный сундук. Это очень круто, для меня каждая легендарка сейчас бесценна, объясню почему. На моем аккаунте уже есть 3 леги, которые максимального левела. Ну согласитесь, это классно, да? У меня кладбище вот 5 уровня, дальше, так немножко подтормаживает, смотрите, дальше у меня принцесса и дровосек. И обратите внимание на еще легендарные карты, такие как Бревно, Ледяной Колдун, Громовержец, Ночная Ведьма. То есть осталось реально немного. Вот по чуть-чуть, каждый лего будет падать, и в скором времени у меня будет половина уже легендарных карт максимального левела. Это мне позволит просто, ну, я не знаю, передо мной будет огромный выбор разных колод. Я смогу, естественно, записывать разные онлайн-атаки, подниматься выше покупкам, наверное, не знаю. Я еще, конечно, вот с этими тремя легами не определился, с какой я буду точно играть, пока у меня колода без легендарных карт. Но в целом, это реально очень меняет картину и очень повышает мощность моей колоды. Значит, смотрите, я сейчас открою этот легендарный сундук. Если выпадет какая-то легендарная карта, которая останется, ну, к примеру, либо Бревно, либо Ледяной Колдун, когда останется еще одна карта до максимального уровня, я буду тратить сейчас гемы и будет открытие сундуков. Значит, смотрите, вот прямо сейчас поставьте лайк, подпишитесь на канал и нажмите на колокольчик. Даже если вдруг выпадет не та лего, которую я хочу, на этом аккаунте в скором времени я хочу сделать открытие. Еще закинуть гемов, ну, а возможно и 60 тысяч мне хватит. Короче, давайте наберем 10 тысяч лайков, и сразу будет видео с открытием. После чего, если выпадет не та лего, которую хочу, мы пойдем в онлайн-каточку, хочу одну колоду потестить. Ну что, ребята, я готов, 500 гемов, поехали, это подарочек для меня, реально, давайте скриншот сделаю. Также, ребята, чуть не забыл, сейчас у меня идет набор мой клан, 38 из 50 человек, поэтому хватает мест, 4300 прием, залетайте. Буду вас ждать. Я, по-моему, недавно уже открывал сундук на своем аккаунте. Короче, поехали. 2 минуты балаболили. И скриншот. Так, шахтер. Блин, это не то. Это не то, что я хочу. 2 из 20. 2 карты. Ну, значит, еще не время открытия. Значит, еще не время. Короче, ладно, поехали тогда онлайн-каточки сделаем. Но, опять же таки, если вы ждете открытия, если вы хотите открытия, у меня на балансе гемов хватает, ну, 10 тысяч лайков. Для вас это немного, мне будет приятно, и я запишу выпуск, мне не впадло. И еще одна новость, последняя, идем онлайн-каточку, ребята, я уже завтра, то есть, сейчас скажу точное число, 17 число, я уже буду дома. Не знаю, будет ли 17 числа стрим по Clash Royale, либо он будет 18, ну, короче, завтра я уже буду дома, и уже будем оттуда с вами стримить и общаться. Подписывайтесь, если не хотите пропустить стрим, нажимайте на колокольчик. Ну что, поехали, надеюсь, сильно лагать не будет. Колода, кстати, да, колода, гигант с кладбищем, куча мусора, скопировал TV Royale, поехали, посмотрим, что получится. Если не получится с этой декой, возьмем какую-то другую. Поехали. Блин, я чё взял-то кладбище, потому что, ну, 5 уровня, я вот сейчас хочу... Что, зависло, нет? А, немножко. Ну, завис экран, игра вроде... А, не, о, Wi-Fi, ну, наконец-то. Наконец-то лаги. Я думал уже... Пека. Я думал уже лагать не будет. Ну, смотрите, в принципе, пека не сильно страшно. Знаете почему? Потому что можно закинуть кладбище. Смотрите. И сейчас пека сагрится на скелетиков. Так. Зап. Ах ты ж... Пека сагрилась не на скелетиков в итоге. Ладно. Так, что там, гигант хоть тычку даст? Одну. Одну маленькую тычку. Нет. Ладненько, так. Я видел у противника зап. Я видел у противника зап. У меня завис экран, что делать? Точнее, у меня зависла игра полностью. Так, здесь банда гоблинов. Блин, капец. Капец, урон пошел. Пека с хогом. Жесть. Друзья, ну это... Последний или предпоследний выпуск с такими лагами, уж извините. Вот, в следующий раз я уже буду дома, точнее, следующий выпуск, и лагов не будет. Вот, у меня уже есть пека на экране, а у вас еще нет, вижу, подтормаживает. Давайте здесь лучниц. Блин, ну вечно, вот под вечер у меня здесь просто инет жесть. Так, давайте гоблинов закинем, чтобы побыстрее в этот раз уничтожить пеку. Так. Замечательно. Ну что там будет урон? Урона не было. Но зато пеку уничтожили. Так, сейчас пойдет, скорее всего, хог. Блин, а чем же мне остановить-то хога? Давайте летучих мышей и банду гоблинов. Так, быстрее! Ну, банда гоблинов, где?
Да ну, с такими лагами невозможно играть. Вообще жесть. Так, ладно, давайте здесь гиганта. Пошел у нас гигант. А, пошли у нас лучницы. Эх, так, надо сейчас придумать, как бы его сделать-то все по-красивому. Так, давайте поехали. Гоблины, летучие мыши, так. Короче, все подряд выбрасываем. Поехали, у нас уже второй гигант. На двойном эликсире я должен что-то сделать ему, надеюсь. Но что-то пока не выходит. Да ну я не могу так играть, что все лагает. Камон, я не понимаю. А чем мне добивать башню? Вот чем? Давайте стрелы кинем. Но они пока прилетят. Так. Последний заход. Смотрите, он потратил пеку. Поехали. Сейчас должны забрать башню. А, тут минус у меня. Три короны. Понятно. Не, ну я в принципе башню... Господи. Меня так лагает. Просто капец. Давайте возьмем другую колоду. С этой вообще нереально. Что-то мне не нравится то, что нету тяжелых спылов. Может, мне не повезло то, что против меня пека. Но мне не нравится то, что у меня нет тяжелых спылов. Давайте вместо стрел возьмем poison. Ну хз, ну что-то вообще не пошла катка. Поехали. Менять колоду не буду. Что-то с кладбищем мне вечно не заходит. Да еще вот эти все зависания. Тут вообще армия скелетов еще была. Так. Dream Mars. А, Dream Eras. Как-то так, Ник. Так, но он 12 уровня. Так, ну что, подкинем, наверное, лучниц. Так, вторая катка лагает, нет. Палач. О, это походу хок. Так. Блин, конечно, палач плохо против моей колоды. У меня много мусора. Так, торнадо, но урон вроде проходит небольшой. Так, а палача не уничтожили. Палача-то не уничтожили. Да, это хок. Короче, на него выбрасываем так. Ах ты ж, блин, неправильно я выбросил гоблинов. И в итоге пострадали мои летучие мыши. И снова завис. Снова завис экран. Отличная игра, говорит мне соперник. Посмотрим. Еще не вечер. Так, ну что, наверное, поехали. А поехали справа протачим. Я не знаю, что получится. Поехали, попробуем протачить справа. Гигант сразу и кладбище. Так, что у нас будет сейчас? Завис экран у нас пока что. Боже, я уже хочу домой, ребята. Я не могу с этим Wi-Fi работать. Это жесть. Но это, наверное, последний видос с лагающим интернетом. Завтра уже все будет хорошо. Yes, мы забрали вышку. Давайте здесь летучие мыши. Еще давайте запнем, чтобы хок поменьше урона нанес. Замечательно. Так, я вроде понял. Опять завис экран. Так, противника бомбит. Давайте выбросим гигунта за вышкой. Поехали. Гигант за вышкой. Ну просто сейчас все играют с принцами. Голем, принц, гигант, принц. Я решил вот разнообразиться немножко. Внести разнообразие и поиграть с кладбищем. Хотя пока что, если честно, не сильно заходит. Ну как-то, не знаю. Так, ну что, сейчас будет торнадо, да? Вот она торнадо. Ой, я простаиваю эликсир, вот это я зря, конечно. Тут у нас банда гоблинов. Смотрите, как хорошо банда гоблинов заходит сейчас. Так, пошел второй гигант. Смотрите, второй гигант пошел. И еще кладбище закидываем. Все, забрасываем сейчас poison. И все, он выбрасывает торнадо, но там скелетики, летучие мышки остались немножко, и пошел урон. Ну, я, наверное, вторую башню не заберу. А, нет, забираем вторую башню. Ну, слушайте, вот здесь вообще было как-то изи. А против предыдущего соперника, ну, с кладбищем, ой, с пекой, ну, такое себе, понимаете. У него просто много было контры на моего гиганта. Вот, ну, еще немножко пролагал интернет. Так, остается 4 секунды, 3, 2, 1, и у нас, ребятки, победа. Хорошо, давайте еще одну каточку, менять ничего не буду, оставлю все так же. В общем, поехали, 4531. А, мы же предыдущий проиграли, думаю, что у меня кубки-то не изменились. Так, ладненько. Ну что, поехали. Поехали в бой. Так, 13 левел. Отлично. Слушайте, надо поднимать кубки, потому что, мне кажется, мне уже надо на 5200 сидеть, а я еще на 4600 даже не сижу. А можно, кстати, в этом видосе взять 4600. Я думаю, что вы не будете против. Давайте попробуем взять. Хотя, что тут пробовать? Я на изи возьму. Но
Просто я хотел пофаниться, хотел лего какую-то еще прокачать, но в этом выпуске не получилось. Так, давайте тут зап, это походу спеллбейт. А у меня зап убивает гоблинов 12-х, это хорошо. И у меня завис экран, это еще лучше. Так, что там у нас? Гоблинская бочка прилетела. Но я этого не видел, потому что у меня в этот момент висел интернет. Вау, у него еще и... А, я понял, что это за колода. Гоблинская бочка, шахтер, армия скелетов, орда миньонов. Возможно, даже еще инферно есть. Вот, это такой вид спеллбейта у нас с шахтером и гоблинской бочкой. Я не знаю, кинуть поиза на принцессу или не надо. Давайте выбросим лучше гоблинов на принцессу. Так, ой-ой-ой-ой. Быстрее-быстрее, отлично, уничтожили принцессу. Ну тут зап, просто... А, это же, блин, это же байт на зап был. Ну, хотя неважно, у меня есть лучницы. Смотрите, вот так вот лучницы, и все, и изи. А, это там гоблин 11 уровня. Нет, тут я должен затащить, потому что прокачка у соперника такой себе. Пошел у нас гигант. Летучие мыши, погнали. Так, что у нас, гоблины еще пойдут. Так, и что, чем дефаться будет соперник наш? Миньонами, да? Ну, это, в принципе, минус башни, скорее... А, у него же бревно. Но смотрите, он сейчас не задефается. То есть, точнее, не нанесет урон. Потому что потратил он бревно. А мы спокойно сейчас заберем... Давайте еще лучниц подкинем. Потому что, если бы не шахтер, то мы бы спокойно забрали орду мух. Так, но еще вышку не забрали. 984 хп. Окей, ждем двойной элик. Так, вот здесь 100% poison. Здесь 100% он будет. Ай! Не добили принцессу. Ладно, поехали. Зап тратить не буду пока. Пока что зап сливать не буду. Давайте, так, бочка, бочка, куда летит? Мне вот мне трудно отслеживать бочку. Зап хорошо был. Так, гоблинов мы разделяем. Делаем сплит, чтобы уничтожить принцессу. Здесь мы выбросим лучниц. Он выбрасывает бревно. Здесь гоблины быстрее. Оп. Так, у нас уже второй есть гигант. Хорошая колода, слушайте, быстро крутится цикл. Мне нравится. Мне очень нравится. Так, принцессу я не знаю чем. Окей, я даже ничего подкидывать пока не буду. Вышку там гигант и так заберет. Зап тоже пока сливать не буду. Замечательно. Так, здесь сплит о нем лучниц. Здесь, наверное, не, пока кладбище не буду. Мало ли, вдруг сейчас просто очень жесткая атака пойдет. Так, тут гигант. Тут гигант, здесь летучие мыши, еще вот так вот, летит фаербол, но ему не хватает. До второго фаербола себе прокрутился, да, он бы вышку добил, но не хватило ему времени. Я думал, у него еще будет инферно. А давайте посмотрим на колоду, не знаю. По-моему, должна быть инферно в его деке. Да? А что он ей не пользовался, я не знаю. Друзья, ну слушайте, осталось еще сколько? 39 кубков, это еще 2 онлайн-катки. Мне кажется, это много, вы не будете все равно смотреть до конца. Ну давайте, поехали, не знаю, возможно, ускорю какую-то катку, либо вырежу, чтобы поменьше, покороче видео было. Хотя, если вы досмотрели уже до этого момента, либо до конца, напишите в комментариях. Я хочу посмотреть, какое количество зрителей из того количества, которое мне смотрит на роликах, смотрит до конца. Вот, почекаю комменты, поэтому пишите. Так, что это у нас? Опа, это он рано выбросил, это он выбросил рано. Давайте гоблинами отвлекать варваров. Фаербол, это очень странно, но, блин, все равно как-то забирает, разбирает моего гиганта. Давайте запнем, хорошо, и гигант, это что, был байт на зап? Давайте летучими мышами пытаться отвлекать, вроде должны... А, не, ни хрена себе, а что так жестко, не понял, лучницы, в помощь, охренеть! Что произошло? Почему мои мыши не отвлекли? Не, не отвлекли, но как-то не задействовал я вот эту башню. Ладненько. Ага, хок, я понял. Так, тут гоблины, они справятся, молодцы. Но, опа, 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 опа. Вот это я зря, надо было отдавать башню. Ладно, поехали. Поехали, гигант. Поехали, так, тут у нас летучие мыши. Готовим сейчас зап. По идее, он потратил... весь эликсир, и я должен сейчас... Слушайте, у него такая бэт-колода, знаете, летучие... Ой, орда миньонов, варвары. Но, тем не менее, вышку забираем. Хорошо, хорошо. Так, сейчас самое главное... Вот это... Плохо, что у меня нету торнадо. Это очень опасно, потому что хок фриз, ну, прям в процентов 80 случаев, ну, прям башню на двойном эликсире забирает. Так, давайте здесь гоблина выбросим, чтобы быстро печку убрать.
Мешает она мне. Так, хорошо, давайте здесь банду гоблинов. Капец просто, я не знаю, как сейчас быть. Но давайте, поехали. Готовим сейчас poison. Давай орду. Эх, блин, хок. А вот и орда. Так, ну тут ему трудно будет зафризить все. Поэтому урон проходит. Так, замечательно. Что делаем дальше? Дальше, наверное, гоблинов сюда. Так, банду гоблинов вот выбросим отсюда. Мне надо кладбище как-то выбросить. Так, сейчас пойдет хок, скорее всего. Надо побыстрее забирать. Так, и кладбище, поехали. Понеслась. Poison. Так, готовим зап. Хок, здесь гоблины. А, все, поплыл парень. Отлично, забрали башню. Зап я слил зря, конечно, но... Я думаю, тут вряд ли он уже успеет что-то сделать. Но колода у него неплохая. Байтит фаербол, байтит зап. Но только вот ночная ведьма, мне кажется, тут вообще не в кассу. И печка. Печка такое себе. Не заходит печка что-то. Последнее время с хогом, как по мне. Это мое мнение. Так, ну что? Блин, 16 минут уже ролик длится. Ну давайте последний бой, пока идет все хорошо. Плюс 28 кубчей и осталось у нас 11. Правильно же? Правильно. А то я на видео часто туплю. С подсчетом. Так. Мелкий бонд. Ну окей. А чё, можно зайти с мышами кладбище и летучие мыши? Получится что-то, нет? Ну давайте проверим. Не знаю как. Ага, ледяной колдун. Третьего уровня ледяной колдун не убивает стычки. Все верно. Вот только куча мусора меня смущает. Сплит лучниц. Я догадывался, что это хогушка. Догадывался, так. Сплит лучниц, одна лучница. Так, стой. Так, много хок нанес урона. Так, лучница, ты ж не сдохнешь? Нет, отлично. Гиганта я не буду подкидывать пока что. А смотрите, я все-таки урон нанес. 2400 хп осталось. То есть я больше нанес дэмэджа, чем он с хогом. Так, окей. Давайте попробуем вот так. Так, зап будет? Ага, отлично. Запа не было. Хотя не знаю, отлично это или нет. Надо было все-таки забайтить. Давайте... Да, так, окей. Лучниц. Хотя лучниц надо... Я туплю. Лучниц надо оставлять на хога, потому что они не умирают от запа. Вот банду я сейчас выброшу. Сейчас пойдет хог. А, хог по другой стороне пошел. Вау. Окей, тогда зап. Хорошо. Забираем хога. Замечательно. Я не знаю, почему он с правой стороны... Ой, да, с правой атаковать решил вдруг. Так, так. А, наверное, чтобы я менял сторону. Но я менять сторону не буду, в принципе. Зачем мне это? Вот это странно. Давайте. Сейчас, скорее всего, будет зап. Нет. Лучниц достаточно. А, я же гоблина. Тут не только лучница. Лучниц с гоблинами достаточно. Такс, ну что... Выбрасываем, короче, гиганта. Пускай он потихонечку идет, себе идет. Мы сейчас, короче, тут хога встретим вот так. Гоблинами. Быстренько задамажим. Дамажим. Замечательно. Так, быстрее принцесску надо контрить мышами. Так, тут у нас пойдут гоблины. Здесь у нас пойдет так. И вот так вот. Poison. Ах, он сдалека, короче, банду выбросил не так, как я хотел. Да, так, ну что, будет контратака где-то? Так, хорошо. А, ничего ж хорошего, у нас 1000 хп осталось, друзья мои. Это минус башня. Поехали, слева надо дамажить побыстрее. Так, он запнул, поэтому понеслась. Будем гигантом наносить урон. Гигантом наносим, отлично. Минус, короче, мини-пека, здесь у нас зап. Так, давай, сносим башню, отлично. Получилось. Но что-то, знаете, у меня сомнения есть, что я затащу. Так, давайте, лучниц здесь достаточно будет. Смотрите, выбрасываем так и гиганта с центра. Ой, неправильно, короче, я сделал все. Все сделал неправильно. Тут у нас poison. Такой хорошенький poison. Ой-ой-ой, сколько там мусора-то. А возможно будет и ничья, друзья. Посмотрим. Так, зап будет тратить? Конечно будет зап он тратить. И мы тоже тратим зап. Тут у нас летучие мыши пойдут. Так, не хватает, короче, на атаку. Вот это он зря мини-пеку слил.
Мне кажется, он сейчас не задефает гиганта. А, ну все, ва-банк пошел. Если бы он сейчас, смотрите, ребята, не пошел бы мини-пекой в атаку. А я хотя, может, еще не успею забрать. Тычку. Так. Давай. Забираем. 90 хп. Если бы он сейчас с мини-пекой в атаку не пошел. Я не знаю, зачем он это сделал. Типа, я что, не задефаю мини-пеку с бандой гоблинов? Он на это рассчитывал? Он бы задефался, возможно, была бы ничья. Ну что, ребят, на этом буду выпуск завершать. Спасибо вам всем за просмотр. В общем, ждите выпуск с открытием сундуков. Ждите, скоро будут стримы по роялю. Желаю вам удачи. Нажимайте на колокольчик. Не болейте, всего хорошего. До новых встреч, скоро увидимся. Всем пока. Удачи.